Доброго дня! Ми раді вас вітати на нашому YouTube-каналі. Це перший випуск UACF Talk. І сьогодні ми раді привітати нашого першого гостя Нікіта Кравцов, український аніматор, засновник школи та студії анімації Pause to Play, людина, яка працювала з замовниками з усіх континентів, окрім Антарктиди, і навіть робила пояснювальне відео для інженерів проекту Hyperloop Ілона Маска. Раді вас бачити, Нікіта. Дуже дякуємо, що ви до нас прийшли сьогодні. Спасибо. Здрасте. Дуже раді, що ви до нас прийшли. Спасибо. Давайте спочатку познайомимось. Розкажіть трошки про себе, звідки ви родом, як взагалі йшли по цьому творчому шляху. Я сам родом із города Горловки. Це доволі таки небольшой город. І анімацію почав вивчати іменно там. На той момент в городі не було ні одного аніматора, в принципі. І в пошуках своїх знань я почав искать якісь курси. Вот, нашел такие на английском языке, на русском даже тоже ничего не было про эту сферу. Вот, желание учиться было огромное, даже не зная языка нормально английского, я все равно сидел, пытался повторять за преподавателями то, что у них получается на экране, ну и благо в анимации все просто. Ты нажимаешь кнопку, ты видишь какой-то результат. И языковой барьер тут не сыграл такую ключевую роль. Так начинался мой анимационный путь. Вот. Ну а на сегодня мы с моим партнером Игорем открыли уже в Киеве студию анимации, международную школу анимации, и вот недавно опубликовали книгу «История анимации». А якщо повернутися трошки назад, ви завжди пов'язували своє життя з анімацією, чи планували якісь інші сфери захопити? Разумеется, нет. Путь начался к анимации совершенно с другой сферы. Наверное, самая ближняя точка соприкосновения – это была работа на телеканале местном в Горловке. Там я работал оператором-монтажером. Вот, и там уже начал заинтересовываться различными программами, которые немного расширили бы мой спектр знаний. И как раз тогда я впервые обратил внимание на анимацию в плане того, что хотелось понять, как создаются анимационные заставки для нашего телеканала. Вот это были такие первые попытки узнать немножко больше. А за освітою ви хто? По образованию я менеджер. Менеджер. А ви не закінчили університет, правильно? Нет, я учился в Горловке в ДПИ на факультеті менеджменту організації до третього курсу. А чому не склалось? Ну, на самом деле, по собственной глупости, я не хочу здесь винить там кого-либо, кроме себя, но, наверное, меня тянуло все время какие-то другие науки, ну и плюс в том возрасте я не сильно серьезно к этому относился, и в какой-то момент это вышло мне исключением с института. Ну, а як ви вважаєте, вам заважає те, що немає цієї корочки про вищу освіту? Ну, скажу честно, что все же я отношусь к высшему образованию с той стороны, что это все-таки важная часть для каждого человека. И я не считаю, что я там прям выгадал сильно много времени из-за того, что не доучился 2 года. Но с этим придется как-то смириться. Добре. Переїзд до Києва. Як це було? Що стало останньою краплею, коли ви вже вирішили зібрати сумки і їхати? Это был 14-й год. У нас уже на территории начались некоторые военные действия. Тогда захватывали МВД, и у нас появились уже военные в городе. И тогда, естественно, вся работа, которая касалась нас, она была заблокирована. У нас была видеостудия и фотостудия. Ну, никто, конечно же, не планировал заказывать для себя какие-то видеоролики или фото, всем было не до этого. Работать в своей сфере там было невозможно. И мы планировали переждать как бы этот период в Киеве. Приехали сюда буквально, как мы считали, на 2 месяца. Угу. Сняли квартиру, и с того момента я в Горловке так ни разу не был. Ого. Да. Це уже 6 років. Да, получается так. Мы приехали налегке, там, с одним чемоданом, но постепенно перевезли, что могли, сюда, и уже здесь обосновались. Угу. Я зрозуміла. Ви переїжджали з другом?
Да, на самом деле нас много людей переехало сразу все вместе, из-за того, что мы работали там уже довольно-таки сплоченной командой, которая помогала нам на видеостудии. Тоже были операторы, монтажеры, и они все вместе, мы все вместе прям переехали в одну квартиру и в условиях выживания, так сказать, но зато все вместе. А як ви вирішили все-таки починати свою справу тут? Це було з нуля? Да, дело в том, что студию мы не стали перевозить, потому что там было много оборудования, которое тогда через блокпосты было не так просто вывести. И она осталась там, а мы оказались в положении, что все равно придется все начинать с нуля, как ни крути. Придется закупать оборудование, придется искать опять своих первых клиентов и заявлять себя на новом рынке. И раз уж такие дела, то мы решили попробовать себя в новой сфере. И это была анимация. Тогда у нас была уже какая-то был какой-то технический фундамент, то есть мы имели определенный спектр знаний, как создаются анимационные ролики. У нас там уже были какие-то первые практические попытки. И мы решили все свои силы в это вложить здесь, в Киеве. И начали создавать свою анимационную студию. А як у 2014 році виглядав український ринок анімації? Ну, не очень сильно отличается от того, как сейчас. Дело в том, что практически все клиенты у нас зарубежные. В принципе, мы уже работали с заказчиками со всех континентов, кроме Антарктиды. Потому что у нас очень узкая специализация. Мы делаем объясняющие видео в научном сегменте. То есть наши клиенты — это новаторы, это ученые, которые создают что-то новое. И им нужно объяснять свои идеи простым языком. Ну, а так вышло, что самый простой способ сделать сложное доступным – это анимация. То есть, когда им нужно рассказать о себе, например, они создают какой-то сайт или какую-то презентацию. Безусловно, по старинке там есть и текст, и картинки, и человек может сидеть и изучать все эти сегменты, сколько ему будет удобно. Но как альтернатива, теперь там есть кнопочка play, ты нажимаешь ее, через минуту две понимаешь, о чем тебе хотят рассказать. А якщо повернутися до вашої відеостудії, ви знімали музичні кліпи для гурту Джинджер. Як це взагалі було, і чи сподобалось вам досвід в створенні музичних відео? Да, знаете, может быть, какое-то совпадение, но Горловка довольно-таки воспитала много музыкантов. Наприклад. Фанталіза, наприклад. Вони з Горловки. Да, Ого. Фанталіза, Джинджер, і всі ми вместе кожен вечір сиділи на площі Леніна. Вот, і всіх цих ребят я ще знав з самого початку. Вот. Джинджер сейчас группа, которая в Японии выступает и по всему миру летает. И, соответственно, мы просто ребятами дружили и общались. И тогда мы делали клипы различные, не в коммерческой основе, а потому что мы были молоды, нам хотелось что-нибудь творить и создавать. Вот. Ну и, собственно говоря, мы тогда сняли целый клуб на ночь и снимали этот клип всю ночь. Вот, он набрал там более 1 000 000 просмотров. Так что это было для нас большей наградой на тот момент, чем любые финансовые возможности. Це круто. Спасибо. А як ви тоді відійшли до галузі все-таки пояснювальних відео? Це більше така, ну, як спокійна галузь. Чому ви вибрали саме її? Да, в этих долгих поисках все же удалось найти то, к чему лежит душа. Душа у меня всегда лежала к инновациям, к ученым. И так уж вышло, что анимация позволяет соединить в себе сложность наших научных инноваций, которые сейчас в мире происходят, и простоту, которая необходима для широкого круга пользователей. Вот. Когда мы создавали анимацию, хотелось именно уйти в этом направлении. Сейчас наша студия анимации, она создает очень узконаправленные ролики, именно научные. В принципе, у нас до сих пор
как таковых конкурентов нет. То есть некоторые студии, может, иногда и берут такие заказы, но у нас вот узконаправленная задача выполнять научные ролики. То есть есть, например, другая студия, которая делает медицинские ролики. У них своя сфера, у нас научная. Другие почти все студии, они все подряд создают. Вот. И, собственно говоря, мы получили когда-то первого клиента в научной сфере, а нас начался какой-то сарафанный маркетинг, у нас начали говорить, и в этой области это имеет большое значение, потому что обычно они спрашивают рекомендации у других своих коллег. Вот, и нас рекомендовали из-за того, что мы сделали сразу свою работу на высоком качественном уровне. Вот, заработали себе какое-то имя, бренд, и теперь у нас есть возможность постоянно работать с новаторами. Угу. А як так вийшла ваша співпраця з Hyperloop? Ну, опять же, это был тот момент, когда мы выполняли свои первые заказы, и кто-то нас порекомендовал для людей, которые искали как раз аниматоров в проект Hyperloop. Угу. И это был наш реально очень большой крупный заказ, то есть мы там только месяца три общались для того, чтобы обсудить все технические детали и навыки. Я тогда вообще ничего не знал про этот проект, и что это за поезд, мне было неизвестно. Вот это сейчас многие знают, что такое Hyperloop, но тогда я впервые только его открывал, собственно говоря, с возможностью пообщаться с людьми, которые непосредственно в этом проекте его и создают. Вот. Вот так вот мы вышли на этих ребят, просто по рекомендациям. Угу. А сколько вам заплатили за цей проект, якщо не секрет? Ну, конечно же, это секрет. Ну, хоча б приблизно. Дело в том, что этот проект не единоразовый был. Мы выполняли его в протяжении всего года. Угу. И это был не один ролик. То есть угу. Сейчас... Тобто це була серія роликов? Да, это серия была роликов, вот, и... По стоимости, я вам так скажу, не сильно отличается от того, что мы делаем сейчас, а в среднем мы делаем анимацию по цене 15-20 долларов за одну секунду. Угу. Добре. А як вийшло, що ви вирішили заснувати власну школу? Угу. Як ви до цього дійшли? Хто викладачі? Я так бачила ігор, з яким угу. ви угу. працювали спочатку, що у вас там і After Effects, і складні програми, угу. і навіть дитячий курс уже з'явився. Да, к этому мы тоже шли постепенно. Дело в том, что когда мы получили своих первых клиентов, новых мы начали получать довольно-таки регулярно и быстро. И выполнять все заказы мы не успевали. Нам mm-hmm. нужны были дополнительные специалисты, нам нужны были коллеги в наш коллектив. И на тот момент, опять же, аниматоров того уровня, который нам необходим, было немного в Киеве. Мы дело в том, что совмещаем разные виды анимации, и специалисты uh-huh. должны быть довольно-таки универсальны. Там 2D-графику с 3D-графикой, например. Вот. И нужно быть довольно-таки многосторонней личностью. И тогда мы решили, что будем обучать для себя спецов сами. Придумали программу, начали этих ребят учить, и впоследствии они работали с нами над проектами международными. Вот, то есть эту программу мы не то, что для себя делали, мы ее реально для себя и создавали. И это было здорово, она хорошо себя показывала в бою, но в какой-то момент мы поняли, что программа-то классная, но она постоянно пылится на полочке. То есть мы ее достаем раз в полгода, раз в год для того, чтобы обучить какого-то специалиста одного, а затем обратно ее ложим. Но ведь она хороша сама собой. И тогда появились первые мысли о том, чтобы открыть школу, сделать ее доступной для всех желающих. Вот так мы набрали свой первый курс по After Effects, на сегодняшний день у нас довольно-таки широкая ветка различных анимационных курсов, каждый из них направлен на того, чтобы обучать людей с нуля и в итоге стать полноценным специалистом в какой-то из областей. Или можно проходить все курсы и быть анимационным полиглотом, так как у нас делают аниматоры в студии. А для того, щоб навчитись анімації, потрібно мати якусь хоча б мінімальну базу там художньої школи, наприклад, або якісь візуальні угу. навички? Думаю, що головний критерій, по якому стоїть йти в анімацію, це бажання займатися цим.
Дело в том, что многие, да, считают, что нужно уметь рисовать. Но дело в том, что аниматор не рисует, он оживляет изображение и зачастую работает в связке с иллюстратором. Иллюстратор рисует, а аниматор занимается анимацией. В принципе, все равно на курсах мы затрагиваем программу Illustrator, например, которая позволяет рисовать. Но каких-то особых базовых навыков для старта не нужно. А можна якось на пальцях в двох словах пояснити, як відбувається процес анімування картинки? Да, дело в том, что анимация бывает разная, она очень многогранная. Есть 2D анимация, есть 3D анимация. 2D — это плоская картинка, 3D — объемная, правильно? Да, но там тоже есть разная специфика, но, грубо говоря, да, 2D анимация — это плоские изображения. Если представить лист бумаги, то мы рисуем на нем в двух измерениях. Вот. И там на самом деле все довольно-таки просто к программе After Effects. Например, нам нужно, чтобы объект переместился с левой части экрана в правую часть экрана. Мы ему в координатах выставляем так называемый ключ точки А, ты находишься здесь, в точке Б ты находишься здесь. И программа сама соединяет эти точки движения. Естественно, там есть много нюансов. Например, когда объект движется из точки А в точку Б, то тут вступают многие законы, например, законы физики. Например, если объект толкнуть, то он получает силу, но из-за силы трения он постепенно замедляется. Да? И разные объекты по-разному двигаются, в зависимости от того, какие силы на них действуют. За это уже отвечают графики. И опять же, если проще говоря, то вы расставляете ключи с точками А, Б, С, Д. Но когда вы начинаете изучать анимацию, вы уже изучаете более тонкие вещи, такие как графики, которые отвечают за то, что между точками находится, какая интенсивность, какая динамика и так далее. Опять же, это очень такие глубокие познания, о которых можно очень долго рассказывать. Но принцип примерно вот такой, как в 2D анимации, так и в 3D анимации. Кроме того, есть, например, покадровая анимация. Это когда, чтобы сделать объект, движущийся с точки А в точку Б, вам нужно нарисовать все кадры движения. Кадр, 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 кадр. Есть стоп-моушен анимация, там, где вы работаете с живыми объектами. То есть, например, пластилиновый человечек, он движется с точки А в точку Б, вам нужно вот кадр за кадром менять его расположение, там, ножек, ручек и всего остального. Вот и все, есть своя специфика. Це цікаво. А скільки у вас вже було випускників? Сейчас у нас более 1000 випускників. Більше 1000. Угу. Це більше кияни чи приїжджають люди з інших міст на навчання? Ізначально це були київляни, но сейчас у нас даже прилетают из других стран специально для того, чтобы отучиться в школе. То есть мы там прям помогаем им найти место проживания, там я даже встречаю иногда в аэропорту этих ребят, привожу, потому что для нас это действительно важно, когда из другой страны люди прилетают, чтобы отучиться именно в нашей школе. Курсы адаптования до разных мов? Наші курси зараз проводяться на російському язикі. Ну, люди, які прилітають, вони також проходять російською. Ну, це, да, це, наприклад, з Казахстану недавно прилітали. Вот. На різних язиках ми плануємо адаптувати уже онлайн-курси. Тобто будучи онлайн-курси. Да. Тобто, ну, на російському язикі, звісно, нам вряд ли хтось з Європи прилетить сюди, там все ж є хороші теж школи. Ну, от із таких, так скажем, бывших стран СНГ, к нам сюда, да, прилетают. А ви допомагаєте якось випускникам після там, знайти роботу або проекти якісь класні? Безусловно, це теж важна частина в обучении. Ми та школа, яка після випуску ніколи не говорить «до свидания» своїм студентам, а наоборот старається допомагати в пошуку роботи і в практиці своїх навиків. У нас есть закрытые чаты. Первый из них – это вакансии и проекты. Там, где можно найти себе единоразовую работу, либо постоянную работу. То есть какая-то студия нуждается в специалисте, они пишут там, то, что значит, что у нас хорошие выпускники, с вакансией и необходимостью набрать себе в коллектив нового аниматора. Мы находим их в этом чате.
или какие-то единоразовые проекты. Как бы к нам заходит клиент, заходит заказ, и мы, как и раньше, подбираем команду среди наших выпускников. Скільки в середньому може заробляти аніматор в Україні і, наприклад, в Європі? Это анимация, нужно понимать, что это в первую очередь искусство. И как в любом виде искусства, цена имеет очень широкие рамки. Например, если вы спросите у композитора, сколько стоит написать музыку, или у писателя, сколько стоит написать книгу, кто-то вам скажет, что тебе еще надо доплатить за то, чтобы книгу написать, чтобы ее выпустили. А Джоан Роулинг скажет, да вы просто будете всю жизнь в золоте купаться, если книгу напишете. С анимацией примерно то же самое. Конечно же, есть какие-то примерные рамки. Например, на телеканал самое простое место, где можно устроиться аниматором, потому что там есть такая должность, как оперативная графика. То есть перед новостями вы создаете какие-то там небольшие простые анимации, которые попадают в эфир на телевидении. Вот. Тобто заставки, оці титри, які виїжджають, так? Ну, наприклад, так? Там какая-нибудь в новостях йде статистика. Наприклад, середня статистична зарплата виросла по сравнению з 2019 годом на 30%. Будемо оптимістами. Вот графичек. Там, в том году такая-то была зарплата, в этом такая-то. Это оперативная графика. То есть тут все очень просто. Вот. Ну, и там платят в среднем 15 тысяч гривен в месяц. Вот. Это такая работа простая, монотонная, но очень хорошая для старта, потому что вы получаете конкретный опыт. Вот. Но, конечно же, в англоязычных странах работа аниматора ценится намного выше. Вот. Там средняя стоимость анимационного ролика простого составляет 2-10 тысяч долларов. Тоже все очень зависит от многих факторов. Например, я видел австралийскую студию, которая делает очень плохого качества анимации, но их портфолио просто там сотни работ, и их стоимость 4000 долларов. Вот. То есть даже если бы мои студенты, выпустившись, сделали бы такой ролик, мне было бы стыдно. Но тем не менее, работа аниматора там стоит 4000 долларов за один ролик, который выполнять в среднем 1-2 недели для новичка займет выполнение такого ролика. Вот. Это примерные рамки. Но опять же, они очень примерные. Украине потрібні зараз аниматоры? Наскільки багато їх потрібно? Да, потому что, опять же, за рубежом очень сильно ценятся украинские аниматоры. Дело в том, что это лучшее сочетание качества и стоимости. Если мы возьмем там американских аниматоров, они стоят очень дорого и делают очень хорошо. Если мы возьмем аниматоров из Индии, они стоят очень дешево и делают очень плохо. Если возьмем аниматоров из Украины, это что-то среднее между всеми. И поэтому, конечно же, ты можешь получить хорошее качество за умеренную цену, если ты заказчик из Европы, Америки или Австралии. Поэтому здесь сейчас реально самое лучшее время для аниматоров. Появляются постоянно новые анимационные направления. Анимация в искусстве, анимация в литературе. Появляется виртуальная реальность, то есть одеваем очки, контент делают аниматоры. Появляется дополненная реальность. То есть когда мы Pokemon Go и все в таком духе, это тоже работа аниматоров. И каждый год какие-то новые направления приходят в этот мир. Ну а весь фундамент, основу создают все те же аниматоры на основе всех же тех же знаний, которые существовали и 10, и 15, 20 лет назад. Тобто це перспективно? Безусловно, сейчас самое перспективное время аниматора за всю историю. Я зрозуміла. Давайте перейдемо до вашої виставки Леонардо да Вінчі AR. AR чи AR? Так, AR. Дякую. Як взагалі народилася ідея цієї виставки? Чому саме Леонардо? І розкажіть про людей, які безпосередньо створювали її. Да, как родилась идея? Тоже процесс, который происходил некоторое время и не сразу все пришло. У нас, когда наши студенты выпускаются, кроме вакансий, у них есть еще чат
проекты. И там мы создаем различные социальные проекты. Зачем это нужно? Дело в том, что когда ты изучаешь какой-то навык, тебе нужно его постоянно практиковать. Так совсем происходит. Если вы хотите научиться играть на гитаре, вы можете сколько угодно лекций слушать, но пока вы не начнете играть на гитаре, ничего не получится. То же самое с анимацией. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше ваш скилл вырастает. И мы стараемся постоянно найти интересные способы практиковать нашим аниматорам, которые выпустились, свой навык. И, естественно, они могут пойти на работу, естественно, они могут взять какие-то единоразовые проекты. Но если вот в данном случае он свободен, было бы классно использовать свои анимационные знания в каком-то социальном проекте. И ради этого мы их и создаем. Они должны быть интересные, они должны не занимать много времени, то есть 3-4 буквально вечера нашего выпускника должно уйти, не более, чтобы он прям сильно не загруз в этом. И они должны приносить какую-то пользу ему и обществу. Вот. В данном случае мы хотели, как и часто мы делаем, расширить анимационную границы. То есть показать, что анимация, она может проявлять себя и в других сферах. Она и так в многих сферах себя проявляет, то есть это мультфильмы, это реклама, это кинематограф, это игры, это та же виртуальная реальность и так далее. Очень много сфер. Но с каждым годом появляются новые, и мы хотим их тоже открывать. И в этом случае мы хотели открыть анимацию в искусстве. То есть как насчет того, что картинки на выставке, экспонаты, они всегда статичные, практически всегда. Но как насчет того, что они оживут и станут двигаться? Это то, с чего началась. С этой идеи началась мысль о том, чтобы создать анимационные экспонаты. И тогда мы долго думали, как к этому лучше подойти, потому что не часто проходят все-таки анимационные выставки у нас в Украине. И первые мысли касались того, чтобы создать такие штрих-коды, и ты не увидишь сам экспонат, пока не наведешь телефон, и тогда у тебя появится анимация. Вот. Но все же эту идею немножко отложили и решили копнуть еще глубже. И тогда мне пришла идея оживить чертежи Леонардо да Винчи. И важно, чтобы выставка, она была не просто как, типа, вот есть такая технология, вот смотрите, она должна реально была расширять возможности экспонатов, она должна им приносить пользу для экспоната. И чертежи Леонардо да Винчи очень сильно подходили, ведь в основном это непонятные механизмы. И можно понять, как это работает, только если построить по этим чертежам объект или разобраться вместе со специалистом, что это такое. Так, если смотреть на них, то это будет просто набор каких-то вещей, которые неизвестно к чему вообще приводят. Но с помощью анимации вы вот как за щелчок можете понять, что это такое. То есть, если это там самодвижущаяся полоска, вы наводите телефон и вы видите трехмерную модель, собранную, как она двигается, как работают механизмы и во что это должно вылиться, если чертеж собрать в реальности. Вот. То есть, опять же, она расширяла возможности экспоната. Она показывала анимация, как они должны работать, если собрать в реальности эти механизмы. Ну и плюс здорово было показать, что Леонардо да Винчи это не только выдающийся живописец, это очень разносторонняя личность, которая изучала также и анатомию, и физику, и оптику, и архитектуру, и инженерию. И Леонардо да Винчи в этом имел очень хороший успех. Более 500 лет назад задуматься о том, чтобы поднять человека в воздух, это действительно впечатляет. И так же, как и многие другие экспонаты, которые очень сильно опережали свое время. Угу. Выставка дійсно вийшла класно. Спасибо. Я пам'ятаю, у нас на заході, який ми проводили спільно, як да Вінчі, інший ракурс, люди все-таки віддали приз глядацьких симпатій вашій виставці, тому що ну, для них було шоком бачити тривимірні моделі. Тобто я бачила дуже багато людей, фотографувалися з ними. Скажіть, ви виставляли її у нас на виставці. Була виставка в Миколаєві. Да, один із городів, так, у Миколаєві. І плануєте, чи ви ще десь виставляти її офлайн, де її можна буде побачити? Звісно, вона посетила вже 10 городів України і тільки в Києві 3 рази виставлялась.
Вот, первый раз она проходила в арт-заводе «Платформа» на протяжении месяца. И вот прям в этот первый день, у нас есть и видео, был ключевым для нас, потому что мы абсолютно не знали, как люди будут реагировать на это, вообще разберутся ли они в том, что нужно наводить телефон с специальным приложением и изучать чертежи. Но когда мы получили первые вот эти вот именно эмоции на лицах людей, это того стоило. То есть посетители выставки обычно, они всегда стоят таким, ну, вдумчивым видом, изучают экспонаты. Здесь же спектр их эмоций сильно расширился. Они улыбались, они взаимодействовали с чертежами, они пытались фотографироваться так, как будто летательный аппарат у них, например, на руке. Они их изучали, они проявляли любопытство, и их лица постоянно пестрили эмоциями, и это было очень приятно, это была реально большая награда для всей той работы. А еще раз напомню, это социальный проект, не коммерческий, за вход никто не платил. И мы это делали для того, чтобы развивать навыки наших выпускников и делать какой-то вклад в общее развитие города и страны. Вот. Мы проехали уже 10 городов Украины и сейчас открыты к новым возможностям. То есть, если нас где-то приглашают, с удовольствием приедем, разместим выставку и поделимся чертежами с другими местами в нашей стране. Люди часто плутаються, як використовувати програму, як оживляти їх правильно? Я думав, що будуть більше, але на самом деле очень редко, когда кто-то не может разобраться, как это работает. Да, такое бывает, потому что нужно скачать приложение и навести телефон. Звучит несложно, но даже в этом моменте бывают какие-то вопросы. Для этого мы там создаем инструкции специальные, там анимация показывает, как это создается на экране, различные стендики, где есть объяснение процесса, ну и всегда есть человек, который пытается помочь разобраться тем, кого не получается. Единственный момент, когда очень много посетителей, интернет ложится. И не все. Ну, у нас такой один раз был в Славянске. Вот. И город там небольшой, интернет-покрытие не лучшее. Вначале все хорошо шло, но когда уже посетителей было за сотню, и все они пытались посмотреть, прям в очереди стояли, то у нас просто лег интернет. Да. И пришлось как-то разгружать выставку. Незручно вийшло. У вас є ще виставка «Історія комп'ютерів», також об'ємна. Як вона з'явилася? Дело в том, что можно обратить внимание, конечно, что у нас есть такой все время какой-то научный подтекст в выставках. И тут для компьютеров мысль была такая. Дело в том, что в музеях очень интересные экспонаты, потому что история компьютеров тоже уходит глубоко в десятилетия. И важный момент в том, что не все компьютеры можно в музее показать. Некоторые из них очень большие, некоторые из них вообще не существуют в природе, некоторые из них очень дорогие, и музей не может себе это позволить. Вот. Ну и как насчет того, чтобы восполнить эти экспонаты с помощью дополненной реальности. И очень интересно, ведь у нас история компьютерных технологий есть своя, украинская. И у нас создавались разные компьютеры здесь, в Киеве, там, Днепро, Киев и другие технологии. Но их уже нет. Там, их разобрали там, 90-е на металлолом. Вот, остались какие-то только детали. Ну и как насчет того, чтобы увидеть их в дополненной реальности, трехмерные, посмотреть на них под разными углами и изучить. Вот так родилась ідея. І класно. Я також вийшло дуже об'ємно і дуже цікаво. Щодо того, чи плануєте ви надалі створювати такі виставки, і якщо так, то це зрозуміло буде якась більш освітня така інноваційна тематика. Але що би можливо? Можливо, є вже якісь зародки нової виставки? Да, безусловно, прямо зараз ми працюємо над разними мислями. Вот, сейчас есть идея сделать такую выставку, которая позволяет понимать какие-нибудь сложные идеи просто с помощью анимации. Вот, например, как работает ключ и замок. Можно долго словами объяснять, а можно один раз увидеть в разрезе в анимации, как вставляется ключ, как происходит процесс,
вот за секунду. И хотелось бы, чтобы были экспонаты, которые ты с помощью анимации видишь и понимаешь, как работают фундаментальные какие-то вещи. Вот над чем мы сейчас работаем. Было бы круто. Це була б реально класна ідея, наприклад, для шкіл, коли дітям намагаються пояснити якісь процеси фізичні, це було б класним доповненням до шкільної програми. Да, у нас большой тоже сейчас упор делается на детей, но и взрослых тоже важно затронуть. Мы хотим объяснять такие процессы, которые будут интересны всем возрастным категориям. Угу. Если мы уже затронули тему детей, давайте поговорим про благодійність. Как взагалі ви прийшли до благодійності і чи займалися раніше до зустрічі з фондом нашим? Я бы не сказал, что мы прям усиленно занимались до встречи с фонда с благотворительностью, то есть, да, бывало, мы какие-то места выделяли каким-то там детям или иногда взрослым, которым это было действительно необходимо. Но мы нигде об этом не фишируем, и такое происходит иногда просто случайным образом. То есть, если вы видите, что человек талановитый, но у него нет финансовой возможности, вы можете ей допомогти? У нас бывали такие случаи, но опять же, да, мы даже никогда об этом нигде не афишировали. Вот. Наша как бы социальная жизнь, некоммерческая, она скорее касалась вот таких вот проектов, как вот Леонардо да Винчи. Тобто освітніх. Да, которые вот мы, да, прилагали какие-то усилия, мы на этом не зарабатывали, но какой-то вклад в общее развитие создавали. Ну и когда ты работаешь над социальными проектами, ты в любом случае знакомишься с другими людьми, которые тоже пытаются сделать какой-то вклад в развитие общества. И так вот мы познакомились с фондом. И тогда мы создали наш первый общий проект. Мы в рамках обучения наших студентов сделали анимационные ролики с логотипом фонда. И с этого момента у нас как-то все так вот зародилось в сотрудничестве. Мы начали генерировать какие-то другие идеи. И думаю, сейчас мы не то, что не один, мы несколько проектов прямо обсуждаем для того, чтобы реализовать их. Відео, про які говорить Нікіта, можна буде побачити, ми їх пустимо трошечки пізніше, про анімації. Щодо вашої книги «Історія анімації», розкажіть коротко про те, як прийшла ідея, власне, написати не просто там статтю або завести блог, а, власне, от, укомплектувати це все в книгу. Діло в тому, що я жуткий книголюб, вот, і завжди дуже любив бумажну книгу, завжди у мене в рюкзачці була на случай, якщо видасться минутка почитати. Вот, і в связи с этим у нас в Киеве, когда я переехал сюда, очень много разных образовательных платформ. И я решил поучиться вот на одной из них, которая касалась писательского мастерства. Я даже не планировал писать книгу, мне просто интересно было все, что с этим связано. Вот. И закончив эти курсы, я вот, наверное, в какой-то момент задумался о том, что, а может быть, получится. Я решил просто начинать накидывать какой-то текст. И, естественно, первое, о чем я подумал, это анимация, то, что это сфера, в которой я ориентируюсь. И я решил изучить именно историю, потому что в этом плане я как книголюб и человек, который увлекается анимацией, не мог найти вообще никакой книги по этой теме. И это просто была такая вот дыра информационная, которую очень захотелось запомнить. Вот. Я начал использовать различные источники, там англоязычные, с историями определенных периодов. И совмещал их. Естественно, добавляя какие-то свои выводы, свои мысли. И структурируя все этапом за этапом, в итоге получился полноценный текст для книги. Вот. Но книга получилась не совсем типичная, потому что это в Украине это первая нон-фикшн книга с анимацией, дополненной реальностью. Почему так? Потому что в какой-то момент, когда я уже проработал половину текста, я столкнулся с большой для меня проблемой.
я описываю анимацию словами, и это мне казалось очень глупым занятием. Зачем описывать анимацию словами, если ее сделали, чтобы избежать слов? Например, там первая компьютерная анимация. Я рассказываю историю этого человека, рассказываю, как к этому пришел, через что прошел, как это повлияло на мир. Это очень интересно читать. Но как только мне нужно показать его работу, я начинаю описывать текстом, что там происходит. Это первая компьютерная анимация. Это какой-то был шаг назад. И тогда мне пришла мысль о том, чтобы сделать из этого дополненную реальность. Я как раз познакомился с Сашей Величко. Он сооснователь компании, которая создала приложение Sima AR. И я смог с помощью его приложения вшить туда анимационные отрывки. Но кроме того, открылась еще одна интересная особенность. Дело в том, что когда ты объясняешь какие-то сложные технические аппараты, там типа фенокитископ, зоотроп, таумотроп, они сложновато технически устроены. И опять же, текстом описывать это было непросто. Но теперь, благодаря дополненной реальности, можно увидеть трехмерные модели. Так, как будто этот аппарат перед вами, и он заанимированный, он движется. Можно понять все это благодаря дополненной реальности. Вот. И это сильно упрощало, так скажем, связь автора и читателя, чтобы донести какой-то тоже сложный контент. Добре. А кому буде цікава ця книжка? Сразу орієнтувався на широкий круг читателей, такой же, как и я, потому что я с помощью нонфикшена пытался всегда изучить очень широкий спектр различных областей. Меня интересовала там и физика, и химия, и астрономия, и математика, и другие науки. И я очень благодарен популяризаторам наук, которые могут простым языком рассказать про достижения таким некомпетентным людям, как я. И это очень действительно здорово, когда ты начинаешь разбираться в какой-то новой области. И этого же эффекта я хотел добиться с помощью своей книги, чтобы открыть историю анимации для широкого круга читателей. У меня нет там технических сложных терминов. Они все сразу объясняются в введении. А книга — это истории людей, которые стоят за появлением и за рождением целого отдельного вида искусства, искусства анимации. И это изучение вот этого момента, когда что-то, какое-то ремесло вдруг становится, признается людьми как нечто возвышенное. Вот, например, там кинематограф, да, он же в какой-то момент был техническим ноу-хау, а в какой-то момент это стало искусство. Ну и где этот момент? Когда он происходит? Как люди понимают, что в мир пришло новый вид искусства? И поиск вот этого момента и поиск фундамента, который стоит за всем этим, об этом книга. То есть, и она будет комфортно читаться и интересно абсолютно любому человеку. А скільки років українській анімації? Українській анімації? Дело в том, что анимация имеет очень толстый фундамент. И люди оживляли изображение и 100 лет назад, и 200 лет назад, и 300 лет назад, и еще больше. Но не буду сильно спойлерить, лучше об этом прочитать в книге. Но, в принципе, был момент, когда анимация начала появляться повсеместно. И интересно, что это не было какой-то единственный источник очага. Вот с этой стороны все пошло, и начали во всех других странах появляться аниматоры. Примерно с 1905 по 1930 год анимация начала рождаться повсюду. И вот, например, недавно только была открыта анимация там, 1905 года, созданная в Японии. Вот. И что говорит о том, что даже там уже люди начали оживлять изображение примерно в том периоде. Ну и, соответственно, наш регион тоже в этом періоді времени зарождався. Немає ніякої конкретної дати, коли там, наприклад, зафіксований перший якийсь анімаційний ролик або щось в такому плані. Звісно ж, є. Да, там все доволі таки тонко. Діло в тому, що є
такие анимационные ролики, которые зарождались впервые на территории Украины. Вот. И даже в разных направлениях. Это была и стоп-моушен анимация, это была и первая компьютерная анимация. Даже есть и такие вещи, которые у нас здесь зарождались тоже в довольно-таки раннем периоде. Но все это происходило примерно вот в том периоде. З сучасників українських і світових можете назвати якихось аніматорів, чиї роботи вас надихають? Конечно же, много времени уделено в книге аниматору Эду Кэтмилу. Mm-hmm. Почему мне он нравится очень сильно? Эд Кэтмил – это основатель компании Pixar. Это тот аниматор, который не умел рисовать. И ему сразу же с детства была перекрыта дорога в анимацию. Он очень хотел работать в компании Disney, которая была верхом совершенства для любого аниматора. Но со школы он еще понял, что ничего не выйдет, потому что он плохо рисовал. И он пошел в науку и начал изучать компьютерные технологии. И он создал первую компьютерную анимацию. И, собственно говоря, он открыл, так сказать, возможности для людей, которые не умеют рисовать, но их навыки могут компенсировать компьютеры или разделение, так скажем, профессиональное, когда есть иллюстратор, есть аниматор. Вот, поэтому это вот та личность, которая... Из всех, наверное, меня больше всего вдохновляет, потому что он открыл новые возможности и опять же пустил все в русло новое и необычное. Он появилась анимация там, в компьютерной, в кинематографе благодаря ему. Вот, появилась возможность перевести все это в цифровой формат и многие другие интересные вещи. Опять же, не буду сильно углубляться в текст своей книги, лучше все читать. Повернемся до благодійності. Ми зараз з вами починаємо новий проєкт нашого фонду. В рамках програми «Генії майбутнього» ми зараз з вами будемо проводити лекції, mm-hmm. відкриті для школярів, студентів, студентів коледжів. Розкажіть, що це за лекції і чому туди варто прийти? Це будуть лекції про анімацію в іскусстві, в літературі. І на них я розкажу про... эти инновационные проекты, над которыми мы сейчас работали, и то, что мы создавали. То есть, как расширились возможности искусства благодаря анимации, как расширились возможности литературы благодаря анимации, как совмещаются две вещи, на первый взгляд, которые не должны вместе существовать в этом мире, но соединившись, они создают абсолютно что-то новое, раскрывают непривычные для нас возможности. На примере их я вам расскажу, как мы создали новые грани в искусстве, литературе и в анимации. А можно будет подивитись выставку на лекции? Конечно, я всегда с собой привожу сами экспонаты, и прямо на лекции есть моменты, в которых мы прям взаимодействуем с ними. Например, ищем фальшивый экспонат. Uh-huh. Вот. Но не буду, опять же, раскрывать все карты. Лучше все увидеть на лекции. У нас навіть три причины, чему обов'язково відмітити лекцию. Во-первых, опять же, это широкий кругозор. Это не нацелено на аниматоров или представителей искусства. Это нацелено на людей, которые хотят просто развиваться и находить какие-то новые интересные проявления. Никогда не знаешь, как это может пригодиться тебе в будущем. Вот. Второе, опять же, изучать интересные особенности людей, которых на слуху, тоже может быть сильно полезно. То есть узнать про Леонардо да Винчи не только как про живописца, но и выдающегося инженера, опередившего свое время, это и интересно, и полезно. Ну и третье, история анимации, и самое, наверное, важное для меня, дело в том, что мне кажется, что эта книга, возможно, может изменить подход к литературе в принципе. То есть, в данном случае анимация позволяет объяснить какие-то сложные механизмы проще. Но как насчет того, чтобы появилась анимация в химии, физике, в анатомии, и, например, изучая по книгам анатомию, вы видите конкретно, как какие органы работают, как они выглядят. Они объемные, они трехмерные.
тоже касается физики, как насчет того, чтобы, изучая, например, ядерную реакцию, вы видите, как она происходит прямо перед вами, прямо на страницах книги. Вот, это то, что мы тоже обсудим на лекции. А можна буде дізнатися якісь інсайти професійні або якісь секрети такі, власне, з стильної сторони? Тобто, як це все відбувається? Ми бачимо результат, а як все відбувається насправді? Будуть якісь цікаві штуки? Я розкажу про сам процес, як ми к этому прийшли, як ми создавали всі ці речі. Вот, то есть про какие-то профессиональные вещи можно узнать. Также можно задать вопросы и узнать немножко глубже. Но все же я ориентируюсь на широкий круг слушателей и стараюсь доносить информацию максимально просто, простым языком. Как только заходят более тонкие технические моменты, то здесь уже лучше обращаться к специализированным лекциям, которые у нас в школе проходят. У нас проходят и бесплатные занятия, там, например, по 2D-анимации, по 3D-анимации, куда можно прийти и получить узконаправленные технические навыки, если вам это интересно. Добре. Книжку можно буде вашу придбати? Конечно. Да, книжечки будут со мной вместе. Там же я их подписываю и делаю наш фирменный штампик. Добре, це класно. І давайте порадьте три книжки, які варто прочитати нашим глядачам. Окей, я все ж буду брати широкий круг. Перше – це Брайан Кокс. Він британський популяризатор фізики. Возможно, некоторые с ним сталкивались по выпускам Discovery. Он делал свои передачи на этом канале. Но книги его действительно невероятные. Они рассказывают про квантовую физику, про теорию относительности очень простым языком. Наверное, любовь к физике началась у меня именно с этого молодого популяризатора наук. Брайан Кокс. Любые книги, которые он написал, они действительно интересные. Следующее все же касается личностей. Это Уолтер Айзексон и все его биографии. Он писал биографию Эйнштейна, например. Большому кругу читателей он известен как биограф Стива Джобса. Вот, эта книга до сих пор там в топах находится по продажам. Ну и третья книга, все-таки, наверное, по анимации, раз я все-таки представляю анимацию. Эд Кэтмин, про которую я рассказывал ранее, он также и написал свои книги. Это основатель Pixar, и тоже просто Эд Кэтмин, все что угодно, автор, который доносит анимационное искусство простым языком. Добре, дякую. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, інтерв'ю вийшло дуже змістовним і дуже інформативним. Рада вас бачити і побачимось на лекції. І сподіваємось, що з вами ми теж побачимось на лекції. А щоб не пропустити новини фонду, підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте лайк і ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Па-па! Пока!